В ближайшие 3 года Московская набережная в Чебоксарах полностью преобразится. Сегодня руководители столицы выясняли, как продвигается ее реконструкция. Реконструкция Московской набережной в Чебоксарах началась в августе прошлого года. На весь комплекс работ отводится 3 года. Вот благодаря эффективному взаимодействию правительства республики, администрации города с Ростуризмом из федерального бюджета выделены средства на реконструкцию Московской набережной. Проект разбит на 4 этапа. Первый этап мы начали в прошлом году. Сегодня эта территория благоустраивается. Последние элементы благоустройства будут установлены к 20 числам в виде красивых скамеек, красивых урн. Остальное все должно быть 6 июня. Кроме этого, к 6 июня оборудуют спуск к воде. На таких деревянных ступеньках-скамейках приятно просто посидеть, позагорать. Сегодня начали укладывать рулонный газон. На площади в 1200 квадратных метров появилась ровная зеленая травка. Здесь же вырастет детский городок со спортивной площадкой. Работы в самом разгаре. Укладывается брусчатка, устанавливается детская площадка, укладываются газоны. Скоро здесь появятся душевые кабины, кабины для переодевания. Но уже сейчас здесь есть фонтанчики с питьевой водой. Попробуем. Вкусное. Кстати, питьевым фонтанчиком уже очень рады велосипедисты и те, кто предпочитают передвигаться на самокатах и роликах. Довольны они и выделенной специально для них дорогой. Вообще очень нравится. Я вообще всегда за спорт, чтобы люди спортом занимались. Мы катались раньше вот за границей, и вот прям вот, не знаю, там море было и побережье. Здесь вот я прям сравню, прям уровень такой же. Очень нравится. Территория набережной вообще видится столичной администрацией и проектировщиком спортивной зоной. Планов множество. Возле лестницы велопрокат. Мы планируем там поставить подростковые, детские, взрослые велосипеды, затем прицепы, самокаты, роликовые коньки, скейтборды, гироскутеры. Ниже по течению пляжа в 50 метрах мы планируем сделать пирс и поставить водно-моторные средства, которые будут, помимо катания на батуте, осуществлять перевозку что-то типа речного такси. Дальше больше. Летом заработают кафе и ресторанчики, преобразится и вход в подземный город. Боковые стены оформят барельефами, установят светильники, появятся новые удобные скамейки. Горожане таким изменениям только рады. Когда вот прошлись, мы были очень приятно удивлены. Я действительно с каждым годом вижу изменения нашего города. И вот это такой подарок для жителей Чебоксар в виде набережной. Полностью набережная должна преобразиться в 2019 году, 550-летию города Чебоксары. Галина Титарчук, Сергей Адушкин, Республика.